В соответствии с указанием МВД РК, в целях недопущения правонарушения со стороны лиц, состоящих на учете, проводятся республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подучетник». Всего в этом направлении в мероприятии задействовано около 800 сотрудников городских и районных подразделений полиции Туркестанской области, в том числе 50 сотрудников службы пробации, 12 представителей государственных органов и 44 представителя общественных объединений. За четверо суток по месту жительства проверено 2360 лиц, состоящих на учете. В результате выявлено 52 нарушения установленных ограничений и требований. В частности, в отношении лиц, находящихся на учете, составлено 13 административных протоколов. Со стороны условно-досрочно освобожденных зарегистрировано 10 правонарушений. Выявлено 4 факта нарушения особых требований к поведению, 12 фактов нарушения защитного предписания. В суд направлено 8 представлений о возвращении условно-досрочного освобожденных и установлению административного надзора.